Итак, на ковре те, кого ждет весь зал. Бубасар Сайтиев, Красноярск и Махач Муртазалиев. Кто победит сегодня? Жребий выигрывает Махач. И Махач выигрывает очень важный балл. Сайтиев понимает. Действительно, посмотрите, как рвется в атаку Бубасар Сайтиев. Кто дали судьи? 2 балла у Муртазалиева. 3-1 счет. И истекает вторая минута этого финала. Ох, как красиво Муртазалиева. Какой напряженный финал, а? Тяжело. Мне только за честь бороться с Сайтиевым. Очень приятно побороться с ним здесь, в Красноярске. В финальной схватке. Что я могу еще сказать?